А ведь когда-то и я вступал в пионеры, а до комсомола дело так и не дошло. Не банку варенья, коробка печенья. Шучу. А куда делся памятник Камчатка? Убрали вроде. Куда убрали-то? Не знаю, увезли куда-то. Куда перевезли? Поспрашивай. Поспрашивай. Как вы думаете, если покрасить оранжевого крокодила в зеленый цвет, будет держаться? Ну вот же, держится! Ну что, понакаркали черные вороны? Советский анекдот. Говорящие птицы. Воробей и сова. Воробей, сколько стоит бутылка алкоголя? Чирик! Сова, подтверди. Угу. Анекдот. Ослика, помимо хвоста, очень беспокоился о своем пищеварении и регулярно его проверял. Ходит и выходит. Замечательно выходит. Здесь вспоминается цитата Ленина. Чтобы прийти к большему, надо начинать с меньшего. Кого искал ежик в тумане? Лошадку? Нет, любви. Как-то верблюд сказал: не человека обидеть, раз плюнуть. Чайка менеджмент. Это когда руководство прилетает, накричит все оба и улетает. Шутка. Приходит как-то Чехов в гости к Станиславскому и говорит: поставь-ка чайку. Новое веяние в квантовой физике. Сознание меняет реальность. Куда делся памятник Ильича? Общественное сознание его дематериализовало. Скажите просто: дематериализовался Ильич, мол, и все. А может, материализовался? Русская поговорка гласит: у дураков мысли сходятся. Вывод: значит, материализовался он в одном месте. Уже в те времена Владимир Ильич знал о глубинной сущности квантовой физики. Ведь, как он говорил, ум человеческий открыл много диковинного в природе и откроет еще больше, увеличивая тем свою власть над ней.
Я вижу прошлое в одном глазу, а настоящее в другом. Я понял, что всегда вижу только куски реальности, но никогда всю картину. Ковбой Бибоп. Анекдот. Мужик заглядывает в колодец, кричит: «Глубоко!» Эхо в ответ: «Глубоко!» Мужик опять: «Глубоко!» Эхо опять в ответ: «Глубоко!» Мужик бросает в колодец ведро, достает, кричит: «Достал!» Эхо в ответ: «Глубоко!» Мужик подумал, опять кричит: «Глубоко!» Эхо: «Достал!» Те, кто считает, что Ленин жил, те историки. Те, кто считает, что Ленин жив, те коммунисты. Те, кто считает, что Ленин будет жить, те верят в перспективы генной инженерии. Поспрашивай, поспрашивай. Я спросил в Ясине, я спросил тополя. Не ответил тополь мне, мимо пролетел. Скажите просто: демитализовался Ильич, мол, и все. Как раз на основании цитаты Ленина «Учиться, учиться и учиться», именно поэтому позднее в песне «Учат в школе» Ленин завещал три раза, и поэтому учат в школе, учат в школе, учат в школе. Но это не точно. И три корочки хлеба, пожалуйста, сказал Буратино. Я веду здоровый образ жизни, потому что на нездоровый у меня не хватает времени и денег. Вот и нашли мы Ильича, точнее его памятник, Владимира Ильича Ульянова Ленина. А я тут думал, а его просто перенесли. Вот он стоит, железобетонный. Поиск закончен. Поиск завершен. Если приглядеться, то на лице Ленина в мавзолее можно увидеть едва заметную улыбку. Это потому, что каждое утро ему никуда не нужно вставать.